Сейчас закончился нашумевший судебный процесс по заливу квартиры на улице Ватутина, дом 1. Напомним, в декабре 2016 года произошел залив квартир по улице Ватутина, дом 1, управление которого осуществляет МПД ЖКУ. И одна из жительниц затеяла с ними долгую переписку, которая не увенчалась успехом. Сегодня судебный процесс подошел к концу. Собственнице были присуждены расходы, материальный и моральный ущерб. Материальный ущерб в размере убытков, потому что экспертиза подтвердила, что все помещения в квартире действительно пострадали от залива. Это моральный ущерб в размере 20 тысяч рублей и штраф в размере 55 тысяч рублей. В дальнейшем мы будем подавать заявление по выдаче исполнительного листа и будем надеяться, исполнение окажется успешным. Я, в свою очередь, хочу добавить, как истец, что управляющая компания обязана содержать общее домовое имущество надлежащего качества. И всем, кто страдает от их ненадлежащих услуг, стоит подавать в суд и доводить это дело до конца.